Бесплатные пешие экскурсии пройдут в Звенигороде 7 и 21 августа. Их организатор – Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. Познавательные прогулки назвали Звенигородским Барбизоном по аналогии с живописной французской деревней Барбизон, с которой связаны имена многих знаменитых пейзажистов и импрессионистов XIX века. Экскурсии будут начинаться в 14:00 и продолжаться около полутора часов.